В рамках благотворительной акции «Дети помогают детям» в Одессу прибыл рождественский конвой с волонтерами из Франкфурта. В течение 3 дней немецкие волонтеры планируют раздать одесским детям из многодетных семей 25 тысяч подарков, приготовленных ровесниками из Германии. Сами волонтеры представляют международную организацию «Круглый стол» и посещают Одессу уже 8-й раз. Подарки может быть все, что угодно. Вот как у ребенка вот на сердце что-то есть, да, он хочет поделиться, он понимает, что у него хорошо. Мы проводим инфоакции, где говорим, что есть ваши сверстники, и это не само собой разумеется, что каждый ребенок получает новогодний подарок. И когда вот они тоже начинают это понимать и осознавать, а уже, поверьте мне, дети и в маленьком возрасте, в 6, 7, 8 лет это могут представить, у них сразу появляется чувство «я хочу поделиться». И вот на этом эмоциональном моменте и создаются вот наши подарки. I mean, there's always an individual story. Like for me, example, I have 2 children, I have 2 little boys, and I told them about the children over here in Ukraine and asked them whether they want to actually pack a present for them. And each of them, they packed a present and they painted a picture and they wrote a letter and stuff like this. We bring it to Ukraine and we get to know people like you over here, and you are very grateful, and there's also kind of friendship between our generation, and that's very, very lovely. После Одессы рождественский конвой с немецкими волонтерами отправится в Молдову, Румынию и Болгарию.